На нас кино снимают просто. Да, да. А, кино снимают? Да, пойдем. Играть что-то нету. Нет. Можно и так. Да, да. Коль, дай сигарету. Вот, Коли. Причинам не попали в основную композицию, нашу экспозицию в Ирарте. Но в принципе, потому что мы сегодня в Ирарте там начали развешивать, это скорее всего не первая часть, а предисловие все-таки. Там очень много всего. Так что туда обязательно тоже приходите. Собственно говоря, мы очень рады по-новой посмотреть на нашу действительность глазами плаката. Это пятая юбилейная выставка колдовских художников, которых вы все знали как колхуи. Вот. А нам, в общем-то, в этом году 10 лет. 10! Шампанского! Дайте, пожалуйста, нам бутылку шампанского. Можно? Бутылку супер! Да, как бы обычное дело. Судя по тому, что сегодня евро скакнул до 120, он чуть-чуть не дотянул до одного из плакатов, чуть-чуть до революции не дотянули. Без 5 рублей революция. Ну что, выставка, как говорится, открывается. Художники напиваются. Ура! 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 Это шампанское гусарево. Эти буквы расшифровываются как Михаил Евграфович. Руку не меняй, да? Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Кто неграмотный? Кто неграмотный? Официальная часть закончена. Сейчас мы чокнемся. Сядем на корты, как обычно. По-пацански. Ну, короче, ваше здоровье. А мужик что-нибудь не трогал? И ваше. Ваше здоровье. Да здравствует наш суд. Суд 40 ватт. Не может съесть. Прюк-прюк. Не забудьте, послезавтра продолжение. С открытием вас. Не скучно. Самое главное. Отлично. А вот это самое. С продолжением. Что категорически? Некоторые взгляды категорически не разделяю. Это самые мои любимые художники на данный момент, которые вообще только существуют. Да. Чуть-чуть.
Выставка запоминающаяся. Я стараюсь вообще не пропускать таких замечательных событий. И творческое объединение Cold Weave — это, наверное, самая интересная творческая тусовка художественная в нашем городе. И выставка потрясающая. Много интересных, веселых и немножко жутких иногда работ. И достойных внимания. Ну, супер картинка. Как вам выставка? Хорошо. Ну что, вот, как выставка, да? Вот еду по Невскому, вот строго такие надписи. Брат, не 102, 102 пока. Ну, так долго не спите. Куда здесь говорить-то? И не будет. Вот эта выставка гораздо лучше смотрится, когда никого нет. Потому что мешаете и заслоняете жопами и своими безмозглыми бошками. Комментарии. Пьяными рылами свиными. Да, очень хорошая работа, но я давно слежу за вашим творчеством. Та группа художников, на которую приходишь и знаешь, что тебе все понравится. Это очень редко. Как на праздник. Да.